Верите ли вы мне или нет, но я могу раскрутить любую точку. Потому что, во-первых, мне не сильно нравится, когда вы переплачиваете за аренду. Вообще-то меня немножко начинает доставать, когда люди построили торговый центр и вот сидят и арендуют. То есть они это сделали для, во-первых, для бизнесменов, которые платят аренду, во-вторых, они еще и вас наказывают. Представляете, да? То бишь, в цену вопроса включается и аренда. И вместо этого, вам бы необходимо подумать, где бы можно было бы купить качественный товар. К слову, о магазине сантехника компании «Водомер». Свой личный дом и своя личная тема. Сантехника прямо здесь. К слову о том, что вы здесь можете сантехнику купить также и по оптовым ценам. То бишь, что для этого вам необходимо? Я не буду говорить, что для этого вам необходим интернет. Нет, бред сивой кобылы, поверьте мне. Для этого вам необходимо что? Для этого вам необходимо телевидение. Именно телевидение вам все это дело разжует. Ну, грамотное телевидение. Тут еще и надо посмотреть, кто это делать-то сумеет. Мы заходим, мы смотрим, мы вам рекомендуем. Зачем куда-то ехать? Когда приехали сюда, на ценники вы, естественно, не влетели по деньгам-то. Вы купили ровно столько, сколько бы вы хотели. Прямо здесь. Вопросов не должно быть никаких. Бывали мы в странах разных. Сначала круто, потом не совсем. Потом еще круто, потом не совсем. Потом еще круто. Так вопрос-то простой, где интереснее? Да везде, но не в нашей стране. Странные ощущения. Кризиса нигде нет, и только у нас тот самый кризис. Рубль падает постоянно. Налогами мы обременены по самые «не балуйся». А вот еще дивная аренда. К слову, кто за это платит? Да мы с вами! Я люблю наш город и ненавижу его. Я люблю наш народ, но что касается других, то... Извините, но мелкий бизнес выкатил нашу страну. И выкатил быстро. Меньше года, и у нас было все. Не помните, я зря. 1992 год. Быстро появилось все, от и до. Машины привезли, еду, бухло качественное. Вот тебе малый бизнес. Почему его потом давить-то начали? Простите, мега-говнюки. Да их немного, 300 миллиардеров. Простите, но в какой стране мы живем? Это страна для России, а не для тех 300 отморозков, разрушивших то, что было от СССР. Ну хорошо, олигархов слили. Но, господа, дайте развиться бизнесу. Он выкатил Россию, а вы его задавливаете. Ну зачем? Это не будут слушать, а зря. Да, в принципе, в России я видел не обнаглевших коррупционеров. Что, места мало то? Для России? 12 тысяч востока на запад, 4 тысячи север на юг? Места мало, это я про аренду. То есть не каждый может рекламироваться, а надо. Вы его арендой задавили. Он или она думает, а как прожить-то, когда все съедает аренда? Тоже думал и водомер, и сделал свое место. Построил, и вы можете по оптовой цене купить здесь все. Все, что нужно для дома. Когда у вас есть свой собственный магазин, это вообще-то хорошо, правильно? И в этом собственном магазине нас интересует что? Нас интересуют цены, естественно. То бишь, давайте все-таки определимся, что такое оптовые цены? Это вообще о чем идет речь? Оптовые цены, это мы подразумеваем покупку нештучную. Это от 20 метров трубы. Это от... Погодите, давайте все-таки 20 метров трубы. Это ремонт квартиры? Да, ремонт квартиры. Вы там меньше трубы не возьмете реально. Да. Если вы планируете заменить трубы в квартире, в любом случае разводка это в районе 20 метров, 20 трубы. Если меняете со стояками, это по 4 метра идет трубы на стояк, плюс разводка по квартире. Поэтому это, в принципе, уже считается опт, и цены вы получите со скидочками. То есть мы говорим, что, ребятки, приходите сюда и поймите качество. Качество. А, кстати, давайте все-таки определимся. Какие трубы, какие батареи, какие счетчики, какие переходники. Вот про это мы будем говорить. Потому что есть большое количество людей в этом городе, естественно, которые также торгуют. Я не всегда смотрю и не всегда думаю, что они работают качественно. Потому что у вас работа, вы как сама контора, это длинная процедура. Когда вы впервые начинаете, что сейчас?
Вот об этом мы будем говорить. Ну, небольшая предыстория. Компания «Водомер» уже более 15 лет занимается заменой трубопровода и продает трубы. Подождите, 15 лет – это так же, как моя программа. «Дом, милый дом», она тоже скоро и будет 15 лет. Вау, красота! Красота. И мы на своем, так скажем, может быть, не коротком веку уже перепробовали... Это уже не короткий, дорогой. Да, перепробовали массу брендов, работали как с импортными поставщиками. Вот. Но в силу, так скажем, факторов брака, непостоянства партии и прочее, обжигались, попадали на бабки, вырезали километрами бракованные трубы в городе. Вот. Поэтому мы приняли решение, промониторили и заключили договор с российским производителем. Это завод «Контур», находится в Свердловской области, поселок Заречный, под Екатеринбургом. Завод работает полностью на российском сырье, с закладными из цветного металла российского, и, соответственно, полипропилен идет тоже российский. Компания «Водомер» является дистрибьютором завода «Контур» по Челябинской области. Мы имеем, в наличии полипропилен где-то на пару-тройку миллионов. Вау! Вот это... Не, господа мои, думайте, мои товарищи. Да, потому что мы, в принципе, готовы закрыть любую потребность. Ну, положим, возьмем любой жилой дом, легко в наличии, на весь дом у нас трубы будут в наличии на складе. Так, господа мои, давайте все-таки теперь уже тех, кто дома строит, ребятки, да не бегайте вы никуда. Обращайтесь, и у вас будет идеально все красиво и ровно. Так ли это? Однозначно. Плюс к трубам, все, что связано с водопроводом, это такое уголочки, тройнички, муфточки и так далее. Это более 50 наименований. Все они есть в наличии у нас на складе. Красота. Пойдем на склад? Пойдем на склад. Более того, сейчас май, мы все знаем, что у нас закончился отопительный сезон. Когда заканчивается отопительный сезон, у нас начинается другой отопительный сезон по замене и ремонту систем отопления. Я хочу сказать, что компания «Водомер» является представителем нескольких торговых марок, на любой вкус, цвет и кошелек. У нас есть как эконом-варианты алюминиевых и биметаллических радиаторов, так и премиумного класса. Оптима, Ламин, STI, да, это, эконом-сегмент. У нас есть компания «Рефар», российский производитель. Эти радиаторы у нас есть в наличии. Welcome. Почему оптовая цена? Да все просто. Любой ремонт – это не один вентиль, даже говоря об однокомнатной квартире или о саду. Нормально, когда поменено все. Еще лучше, когда водопровод сделан по саду. Цена-то оправдывается. К слову, о собственном опыте. Я с водомером на «ты». Ну просто красиво, когда ты не мотаешь сотни метров шланга, а используя трубопровод, льешь краны из небольшого шланга. Это красиво. Тоже красиво, когда все дома из пластика. Что касается пластика, вы в кое века смотрите нашу передачу? 20-й год века 21-го. Все идеально, ровно. «Водомер» работает на перспективу. Перспектива – это что? Это то, что сделано и забыто. Зачем думать о гарантии, когда не ломается? Вы не знали? Так знаете. Вот с кем надо работать. С «Водомером». Итак, где мы находимся? Улица 50 лет Магнитки. Знаете такое место? Хорошее место, кстати. Это практически центр города, потому что я живу в Ленинском районе, там такого центра города нет. 50 лет Магнитки, 33А. Вот это самое место. Магазин «Сантехника». Просто вниз опуститесь, спокойненько, не торопясь, выберите себе все, что нужно. Это грамотный подход. Потому что все должны к этому подойти ровно и красиво. Зачем переплачивать? Зачем платить аренду? Потому что это не хочет делать никто. Вы же не хотите переплачивать. Я тоже не хочу. Именно поэтому, если у меня что-то возникнут, проблемы с водонапорной частью оборудования. К слову, там не только водонапорная часть, там все эти размеры, фитинги, все что угодно. Есть здесь, зажгите и посмотрите, и купите. Проблем не возникает у вас никаких.